Вы смотрите отзыв об отеле Andaman Embrace Resort & Spa. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Порос, который был в нем в 2016 году. 28 февраля в 10 утра прямым рейсом Аэрофлота Су-274 прилетели на Пхукет, на 20 минут раньше расписания. Летели классом комфорт, наш класс был заполнен на 50%, только русские. Эконом был заполнен на 100%, больше половины иностранцы. Очередей на паспортный контроль не было, подождали минут 5 еще багаж, взяли таксиметр и в 11 часов 30 минут были уже в отеле Andaman Embrace Resort. Мы останавливались в этом отеле на 2010-11, тогда это был совсем другой отель Club Andaman 4 звезды, селом большой зеленой территории на Патанге, на первой линии от моря, с прямым выходом на первую улицу от моря, такой оазис на Патанге в 10 минутах от Bangalore Road. Теперь от территории прежнего Club Andaman ничего не осталось, построен новый отель Holiday Inn Express Fak at Patong Beach Central. А Andaman Embrace имеет только один бассейн. Бассейн новый и сам отель после капремонта, хоть здание и прежнее. Про все переделки я, конечно, знал, почему выбрали Andaman Embrace. Решили первые два ночи провести на Патанге. Патонг в небольших количествах мы любим. Отель по-прежнему находится в 10 минутах от Bangalore Road. При этом в северной части Патанга вполне купабельное море. Хотелось номер со свежим ремонтом и мебелью. Решили сэкономить, по многим отелям Пхукета цены снижаются с 1 марта. Бронировал стандартный номер Deluxe Pool View на hotels.com, на момент бронирования цена была не очень высокой, около 7000 рублей за сутки. При заезде взяли за 2 ночи депозит 1000 бат, и сказали, что номер будет готов в 14 часов ровно. Окей, мы оставили вещи в камере хранения и пошли в ТЦ Джангсейлом. Пообедали в МК, прошлись по магазинам, зашли в Big C и в 14 часов 30 минут вернулись в отель. Нам выдали ключи, кстати, пляжные полотенца получали на ресепшн. Номер дали на 5 этажей, и нас ждал сюрприз. Нам сделали апгрейд до одного bedroom suite sea view, отпуск начался очень хорошо. Через 5 минут принесли багаж, мы разобрали вещи и легли отдохнуть пару часиков. Когда проснулись и вышли на улицу, то поняли, что был дождь. Это был единственный дождь за две недели, который мы и то проспали. На море шли в коралловых тапках. Очень удобно, в них же купались и не нужно оставлять вещи на пляже. Купались прям с ключом, ключ, магнитная карта не размагнитилась. Мы также ходили на пляж из отеля Fak at Graceland Resort, жили три ночи в конце отпуска. Graceland еще севернее на Патанге, чем Andaman Embrace, и там полноценная первая линия. Отель выходит прямо на первую улицу от моря. Купались час, планктон покусывал. Вообще, все две недели планктон кусал на разных пляжах Таиланда с разной силой. Уже затемно вернулись на территорию отеля, залезли в бассейн. Бассейн работает до 20 часов ровно, есть глубокая зона, мелкая для детей, есть зона со струями, почти джакузи. Вернулись в номер, привели себя в порядок и отправились в центр ночной жизни. Далее фото номера. Все свежее, есть весь набор, халаты, тапочки. В одном bedroom suite sea view 2 санузла, есть микроволновая печь, кофеварка, чайник, был русский канал НТВ, розетки под наши вилки подходят. Заглядывал в соседний стандартный номер, та же цветовая гамма, мебель, по площади как спальня нашего один bedroom suite. Спальня. Ванная в спальне, неудобен душ, на манер американских монтированная сбоку лейка, шланга нет, невысокому было крайне неудобно подлазить под эту лейку. Гостиная комната просторная, с выходом на большой балкон. На балконе стол и два стула, в гостиной еще один санузел с унитазом и раковиной, фото сделать забыл. Так как номер угловой, то был вид на бассейн и фронтальный на море. Вид на бассейн, собственно, это и есть вся территория отеля. Балкон очень большой, наверное, метров 30 по площади, такой и не нужен. Фронтальный вид на море и новый отель Holiday Inn Express Fak at Patong Beach Central. На завтрак фотик я не брал. Вокруг были одни китайцы. Выбор небольшой. Был паттай, три вида яиц, арбуз, ананас, сосиски, два каких-то горячих блюда, курица с овощами, выковыривал курицу, острая оказалась. Два вида выпечки, выпечка не свежая, есть не стали. После завтрака мы уехали на пляж Freedom, лежать у бассейна не захотели. Вернулись в 15 часов ровно, перекусили в номере, немного посидели в интернете. Wi-Fi сносный, роутер прям в спальне был. После 17 вышли на Патонг на вечернее купание в море и закат. Потом бассейн и опять в центр пешком. 1 марта, утром после завтрака, мы переехали в наш один из любимых отелей на Коране, Сентара Гранд Бич Резорт Fak at. Были в пятый раз в Сентара Гранд Fak at, в этот раз всего на два ночи. Татьяна по-прежнему работает на ресепшн. Выложу несколько фото. Вид с балкона номера. Правда, завтраки раз от раза все скромнее, но выпечка по-прежнему вкусная и свежая. На берегу рядом с итальянским рестораном Мэр построили новый шатер. Ресторан Мэр. Лежаки на границе пляжа и отеля. Заселили нас сразу. Два дня мы провели в Сентара Гранд Бич Резорт Fak at. Правда, 2 марта выехали днем в 14 часов ровно в ТЦ Джангсейла на шаттле от отеля. Теперь шаттл платный, 100 бат за человека в одну сторону. Нужно было подкупить фруктов и продуктов,
так как 3 марта мы переезжали в другой отель Valinta Resort & Spa Phuket Fanga на пляже Natai Beach, это от моста Сарасин 8 километров, уже материк и вокруг ничего нет совсем. 3 марта после завтрака мы переезжали. У нас был заказан трансфер на 11 часов ровно на chipperkhalak1@gmail.com. Ими мы пользовались в октябре-ноябре 2015. Хорошие цены, отличные машины. Машина не опоздала, и через 1 час 15 минут мы уже были в отеле Valinta Resort & Spa Phuket Fanga. За трансфер отдали 1200 бат. Pivas Andaman Embrace хороший, добротный, городской отель по средней стоимости, около $100 за ночь в сезон. Свежий ремонт, близость инфраструктуры, приличное море рядом с отелем. Phuket Graceland Resort нам, конечно, понравился больше. Там мы время проводили на территории отеля, уходить и уезжать куда-то не хотелось. Но и стоимость в 2 раза выше была на наши даты. Продолжение. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.